Новорожденному ребенку в Павлодаре сделали сложную операцию. Малыш весил всего 2 килограмма 600 грамм и родился на 36-й неделе беременности. Сегодня, благодаря врачам, мальчик чувствует себя хорошо. Ребенка сразу же после рождения доставили из родильного дома в детскую областную больницу. Ему сделали экстренную операцию. Она длилась 2 часа и прошла успешно. У мальчика был врожденный порок спина бифида, когда один участок спинного мозга открыт, и из него выделяется ликвор. Риск инфицирования очень большой, а при восходящей инфекции, то есть инфекция, если попадает в мозговые оболочки, то и тяжесть состояния ребенка, и летальный исход очень высокий. Соответственно, ребенок родился 11 мая в 4 утра. В 8 утра он был консультирован мной уже в перинатальном центре. И после предварительного подготовки мы транспортировали в детскую областную больницу. В течение 2 часов подготовили ребенка на операцию, и ребенок взял на операционный стол. Операция прошла успешно. Это заболевание довольно редкое. В Павлодарской области в течение 1 года могут быть зарегистрированы от 3 до 5 случаев с таким диагнозом. Ранее эту сложнейшую операцию выполняли только специалисты республиканского центра. Такие дети в основном выявляются пренатально, на УЗИ, на ранних сроках беременности. И, соответственно, при рождении таких детей мы уже готовы. Алгоритмы отработаны, с роддомами все эти моменты проработаны. И эти дети в плавном порядке готовятся. Данная операция проводится в рамках ОСМС, так как дети проходят по льготной категории. Евгения Мягченко, Юрий Белевский, РТС Акпарат.